Всем привет, с вами Протон Шоу, это вторая часть прокачки монаха. Начинаем с того же места, где заканчивали предыдущие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это прокачка монаха. Так, я тут немножко отвлекался. Вся херня в меня летит. Неужели его там нечего нажимать? У него же фуловая мана почти всегда. Еще пачка всегда мертвая валяется. Непонятно. Думаешь, тяжко там идет уже, да? Каст, 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 каст. В крыше. Какая-то вашка такая есть. А, то, что у него прямо возле вашки. Я помню, ты мне показывал. Прикольно, на самом деле. Может, тоже так сделать. Угу, я вспомнил, да, ты раз показывал. Дизор. Без движения. Такого столько контроля нету в современных данжах. Это вообще бред, блин. Как жить?
Босс нудный. Пипец. О, интересно, где ты читер взяла? Он где-то сейчас выпал. Он на паладинше, смотри. Луносветский. О, блин, а. Осуждаю. Ля-ля-ля, чё выбил? Ля, и... Шлем поменял. О, хил вылетел. Монах живу в соло 24 на 7. Показываю скилл. А где он? Я его похилю. Фига он умный, он пэта зафирял. Да кашнул. Это мощно было. Так, ребята, это было Протон Шоу. Мы прошли данжик. Скоро счет пойдем дальше, так что подписывайтесь на канал. Все скоро будет.